Сезон подготовки к школе для будущих первоклашек в самом разгаре. В феврале будет подавать документы. Время летит так быстро, не успеем оглянуться, как наши малыши сядут за парты. Кстати, мой сын тоже будущий первоклассник, и меня, как и многих мам, волнует вопрос, как сделать подготовку максимально эффективной. Наш корреспондент Наталья Жукова все разузнала. Давайте смотреть. Подготовка ребенка к школе включает несколько шагов. Прежде всего, это расширение жизненного пространства ребенка, это знакомство с окружающим миром, это усвоение норм и правил поведения в обществе ребенка, это и навыки самообслуживания очень большое значение имеют. Взрослые как можно больше посещают с ребятами всевозможные выставки, музеи, ходят в парки, на экскурсии. Развитие мыслительных процессов – тоже важное направление в работе взрослых. Очень успешно осуществляется экспериментирование, когда дети наблюдают за облаками, сравнивают, какие облака были сегодня, вчера, какие изменения происходят в природе. И все эти наблюдения ребята уже начинают фиксировать. Третий шаг при подготовке детей к школе – это физическая готовность. То есть ребенок, младший школьник, испытывает такие в школе нагрузки, которые соизмеримы с нагрузками, которые испытывает космонавт при запуске ракеты. Ребенок, поступающий в первый класс, должен быть физически крепким. И та систематическая работа, которая разворачивается до школы, как раз ориентирована на физическое развитие. Важное место в этой работе занимает, конечно, подготовка руки ребенка к школе. Рисование. Во-вторых, лепка. Необходимо многое с ребятами штриховать. Формирование таких качеств, как усидчивость, терпение, выдержка, это организованность, это дисциплинированность. И пятый шаг, который непременно, я бы даже его поставила на первое место, это, конечно, мотивационный аспект. Очень важно, с каким настроением ребенок приходит в первый класс. Говорить о том, как это здорово, как это замечательно учиться в школе, как много новых друзей у тебя будет.